сейчас очередной игрочок умрет от моего топора. Во, кстати, у меня не пополняется банка. Почему? Что за бред бредейший? Господи, да когда ж ты уже свои копыта-то откинешь, блядь? В общем, так. Луки обычно говорят, что... Вот, я жадных там мочил много-много за раз. Ну, им хорошо, они же стреляют издали. А как быть варом? Как вот нам быть? Если вызывать... Да и что ж ты за тупой-то такой человек, блядь? Что ж ты такой тупой? Когда вар вызовет, если несколько жадных, они его застанут, это ладно. Но если он даже кого-то из них завалит, то прибежит много птиц под названием чайки, и все сгребут, и ты не сможешь даже ничего взять. Выходит, что варвару нужно... Ладно, пусть он меня убьет, так и быть. Ай, яяшеньки, яяй, больно мне, пиздец. Гиня, ой... Ой-ой-ой, все. Блядь, уснешь скорее, чем он убьет. Что делать варварам? Тут я накопил лени с горсточку. А именно 73 штуки. Хотел соточку, но передумал, так как это пиздец как долго. Простите меня за мат, но по-другому быть не может. И я подумал, надо попробовать с ленью так. Вызову сейчас их и все. И, естественно, они меня застанут. Цель моя их завалить. Но я их завалю, потому что есть один такой секрет. Недаром видео называется «Когда варвар лентяй». Ну что ж, для того, чтобы завалить много-много лени, нужно встать в угол, как побитая сучка, и съесть карту войны на всякий случай. Я не знаю, влияет она на это дело, там все не влияет, где она. Вот, вкуснейшая карточка. Ну ладно, на урон еще. Ну ладно, на XP. Ну ладно, еще на этот... На тот. Ну что, попробуем, что из этого выйдет. Сейчас меня будут пинать в очко много-много лентячиков. Вызывать можно всех, правильно? Правильно. Погнали. Да.